Hey!
нормально застегивал. У вас 4, у вас 2. Ну потому что он по ним, до ним побежал, оказывается. Ну, бывает у меня, да. Ну, больно стало на шлем. Ну, попало в руку. Ты ж на меня смотришь. Значит, у тебя есть вопрос какой-то. Понимаешь, что ты-то себя позиционируешь как вратарь топ-уровня, блядь, а не золотой шайбы. Значит, все-таки ты ловить уметь должен, а не чтобы она у тебя перед тобой отваливалась с каждого броска. Нет, если ты, я заблуждаюсь, ты ж мне скажи, я тогда свое отношение поменяю. Паша красавчик ногой сейчас принял, как должны принимать нападающих. Оп, подставил, шайбочка остановилась. Идите отдыхайте, готовьтесь к третьему периоду. Лёшечки на лёд, остановились. Все, стоим, не дергаем. Да, вот, если парни будут так не забивать. Все, в следующий раз глушку дам тебе. Вот. Дайте клюшку сюда. Клюшку дайте быстрее. Мы
обсуждаем этот момент. Он едет, да, он ставит ему пушку. Но какая сила воздействия, чтобы здесь вот тот разворачивается, на ну, желтый к нему. Они едут в шайбе, белый начинает тормозить, двумя толчками туда входит. Я не видел толчка, чтобы это был толчок. Но аналогично, он... да, у него пушка была, да. Он подъехал к нему, воткнулся, все, сорян. Спокойно! Даже не едь к белому, вон ему все горите, спасибо за то, что он получил травму. Вадим, ты опытный парень, ну ты тут, блядь, не надо там. Ну сейчас без воротчика останетесь. Не, конфликт мне вообще все равно, я разберусь с конфликтом. Что ему, попала шайба? Серёж, терпи, Серега, давай, не надо. Ну какие ноги, ну что вы издеваетесь? Шайба попадает, блядь, не начинает. Нет, Сергей Леонидович, тут нарушение вот в это время должно быть такое, чтобы даже тетя-уборщица поняла, что это 2 минуты. Все, стоим, ребят, уже выучить должны были за сегодня. Плюшечку на лед. Давай, молодчик, терпи. Красава! Касание было. Давай, Пашка. Когда с помощью своего защитника черному воротчику шлем сняли, ты сильно возмущался? Он сейчас точно так же, он едет, а твой подправляет. Шайк! Окей! Все, среднюю зону. Че ты возмущаешься? Ну, могу тебе 2 дать? Ну, все, поехал, ротик закрыл и поехал играть. Заговорил, звезда. Аккуратненько встаем, все молодцы. Воротчик, молодчик, классно сыграл. Малявка херово сыграл, не забил. Оп! Шайбу сыграл, это был фал. Он ему 35-й. Понятно, он... Конечно, он уходит, он уходит, он нос убивает. Поехал, 35-й номер. Так, спокойно. У судьи спросили, он сказал, удаление дает номеру 35. Не было. Я не сам не могу. К сожалению, я находился очень далеко, я не могу дать комментарий. Пожалуйста. Это еще 3 рекорда.